фокусится хотя бы. А потом этот, смотришь, актрис, с которой, типа, брали этот, это нормально же, красивая баба, вы чё, зачем вот это вот делать? Вот это, стыдно не было других. Ну да-да-да, а мужики сплошь мачо накачанные. Даже этот Чичи Чонг тоже какие-то там подкачанные с виду. Хоть и старые, типа, но... чтобы соответствовать местным размерам. Ну, надо же нам фитбок делать, где нахуй. А тут вообще, у данного персонажа фитбокс такой же, как у мужских? Да. Это мало ли. Здесь все одинаковое. Не-не. Как было одно время, помнишь, в этом, в Overwatch? Фитбокс был у всех убитый, разный, абсолютно. Ну да, потому что персонажи были разного роста и размера. Не, это, знаешь, скорее мне... Вот в этом был хитбокс разный. Где должен быть одинаковый, но разный. Это в Радуге. Mm-hmm. Меньше всего Оэш был почему-то. Хотя есть тот же Мози. Он вроде пониже ростом и все такое. Вот. У него хитбокс был стандартный почему-то. У него ширина взглядов. Член большой. Поэтому радуга, блядь, скатилась. Маленький коротышка в мотоциклетном шлеме. Ну, это часть его экипировки, черт. Ну, какого хуй мотоциклетный шлем-то? Ну, может, это армированный из кевлара шлем. Андрей. То есть он и мотоциклетный, и этот и от пуль защищает. Просто накачанный мужик, который ломает стены. Андрогины, калеки, блядь. Гомогеи французские, короче говоря. Да, это там полный набор. Поэтому я, наверное, если буду играть в Радугу, я буду играть только золотого. Или того. Не, это почему? Да. Подожди, первые четыре этих-то нормальные же. Это ФБР, СВАТ, который ФБРовский, российский спецназ Альфа-групп, и там вот эти немецкие, забыл, как это, ГСГ-9, французский Гиган и британский САС. Ну, пять групп, все. Остальные могут... Ну да. Ну все равно, остальные могут идти там парады устраивать. Плевать на этих уродцев. Ну, ладно, есть еще парочку один. Типа китайцы есть нормальные, японцы. Да, купил. Вроде все. Купил 7500, чтобы пройти сюжетную кампанию. Ну, сверху на этого нажимаешь, сообщество там. Правая кнопка. Сверху. Правая кнопка. Нет, справа сверху кнопка. Ищи котика, а нашел. И, блядь, вообще света белого не видишь. Нет, чё, даже у Чешера больше. И то, мы с ним почти одновременно играем. Тем более, это с начала до выхода третьей части, она вышла в прошлом году аж. А. Там у людей уже давно за тысячный левел у многих. Когда я играл последнюю сетевую, там у меня был сам чуть ли не самый низкий левел, так что... это фигня все. Понял. Меня не слышно, я отодвинул микрофон, чтобы похавать. Сейчас доем. 3 секунды. А то я за целый день сегодня ни черта толком не жрал. Ваньзик пришел, суши принес, мы его заточили, и все. Кстати, скины из старой части подходят, если у тебя есть. Не, у меня нихера нету. Не, ну что, ты же покупал или что-то должно было быть? Нет, ничего. Я спросил, ты игру купил приятного? Да, спасибо. Да, купил. Не, у меня нихера нету, Ханк, я же брал стандартное издание, что тогда, что сейчас. Не, ну ты проходил кампанию, там персонажи должны были открываться. Сейчас посмотрим исполнителя. Да, блять, дай мне уже выбрать. А, ну у меня есть вот этот черт, который Алекс. Потом у меня есть этот тренер из этого, из Left 4 Dead в очках Хатч. И все. Ну и стандартные. Я с тобой. А остальное, ну, кто там у нас это, этот? Соуп, классика, да. Соуп в маске.
Вот этот вот Рейс какой-то. Я уже не помню, кто это. Проще простого. Конвой. Прогнулся под изменчивый мир. Какие-то женские персонажи. Ну, короче, из сюжетной кампании есть. Ужасный Гоуст. Нахуй такого Гоуста, мне не нравится его маска. Есть ли маска у него нормальная, которая его старая? Ну, купить можно такого. Вот классический Гоуст есть, 2400 Child Porn очков. Да. Не, там это, есть и другие подешевле, ну, с такой же маской. То есть, мало того, что, как его, они распространяют траву, они еще распространяют CP-контент. Точнее, ты платишь им, чтобы получить CP-контент. Да. Call of Duty Points называется. Ну да. А не то, что вы подумали, извращенцы. Донатная помойка. Донатная помойня, а не МВ3. Согласен. Но я ее взял для побегать по... Нормально играется без этого. По мульту и этот, и сюжетку пройти. Честно, если бы я не ударился проходить все до единой Call of Duty, я бы их и не покупал бы. Ну а так, угу. Modern Warfare 3 единственная, и Black Ops 4, которые у меня не записаны. Black Ops 4 бессюжетная, поэтому я ее и не брал никогда. Но честно, Black Ops 4 вполне себе заменяет Mobile Online, которая... Потому что все карты, которые были в 4-м Black Ops, там есть. Девишку лучше бы взял. Да я не знаю насчет девишки до сих пор. Мне влом брать ее для ПК еще раз. Только может по большой скидке. Потому что я говорю, я потратил тогда до жопы много денег, чтобы мы с Рев проходили это дело на плойке. Но так как у меня вечная, блядь, не жизнь, а американские горки, где нужно то покупать, то продавать. Ты ее уже на ПК не пальцы. Вот я об этом и говорю. Мне лень ее брать на ПК. Ну, в принципе, что, можешь ну, это... Ну, скидки скоро будут большие, так что почему бы и нет. Так. Так, сейчас. Так, как тут сделать два этих комплекта? А, вижу, ну, всё. Там плюсик нажимаешь. Угу. А в Радугу так и не пошел, звал. Ну, в Радугу не знаю, пока я ее не ставил. Потому что мы думали с Ванзиком ее поставить, порубиться, но что-то как-то это. Я Радугу, может, и поставлю, но не знаю, попозже чуть-чуть. Я пока колду поставлю. Она сожрала у меня все к хуям собачьим место, которое было. Да-да-да. Поэтому я удалил у себя Форзу 4, к сожалению. Мне пришлось удалить Warframe и еще какую-то игру, чтобы у меня просто было место для колды. Так что у меня просто не влезет сейчас нормально этот... Как ее? Радуга. Ну... Когда у меня пердак сгорит на колде, я пойду в Радугу. Так, режимы боя. Ладно, классический командный бой, убийство под... Да, любой вырубать, без разницы. Какой хочешь, такой ставь, я не принципиален. Угу. Смайт нахрен ставили? Смайт? Так. Можно и в смайт. Да, купи себе в следующий раз жесткий диск еще один какой-нибудь. Я хочу взять себе кучу М2 жестких дисков. У меня просто 4 штуки, может быть, воткнутую материнку. А, ну чем более, блядь. Ну, хотя бы по одному их бери там на терабайт каждый. Я так и хочу, но пока, видишь, 7,5 штук у меня ушло на колду. 3,5 у меня примерно ушло на этот, как его, на сервер мой. Ой, ну, сайт. Угу. Ну, на полгода. Так, попробовать. Угу. И только в следующем месяце, если я начну что-то покупать. Что-то много этих игроков низкого уровня. Наверное, все за тебя. Потом в смайт пойдем, покажу скилл свой.
И, блядь, 499 это маленький, 650 и 648, да ты пиздишь. Играю там, у меня тогда был самый низкий. А, слухай, они играют все на контроллерах, почти. А, PlayStation, ну, кроме он один играет. Я все вспомнил, я задротил в Смайт раньше. Главное, будь быстрее них, и все. А, что тебе думаешь, дробовик взял? Блять, у меня башка начинает болеть. Ладно, сейчас попробую с комплектом 2 сначала. Дробовиком. Кто-то нуар? А, да, это есть нуар. Кто нуар? Ну, у меня чувак в костюме нуар. Костюм нуар, чувак. Блять. А, у меня из этого вышло... А, я да, лилит. Эй, я Snoop Dogg. Нет. Ты мужик в красной маске. А, я Макаров. Это Макаров такой? Ну да, у него несколько, ну это покупной. Диглад выпустить, не успел тебя спасти. Так, сейчас я громкость настрою. Так, 50 сделаем. Так, все, я тут. Блять, немножко странный бег. Ай, блять. То ли пучку бросает, падла такая. Какого хуя? Хватит присылать сзади, ты сволочь. Почему он не умер от выстрела в упор из дробовика? Сколько я ему нанес, блядь? Мы лидируем. Сзади, сволочи. Колда мобайл мне проще было. Не, мне наоборот это в разы проще. Блин, киллстейка 6 поевали, сволочи. Ну ладно, попробуем. Я понять не имею, что за карта, так что. Ну я тоже, я почти не знаю. Ебать, у меня тут Диабло-девка бегает. Блять, это твои? Вы тут. А, они все с той стороны. Угу. Да ты скотина, ты взял. Да, блять, да что ж такое, ты не умираешь от выстрела. Это вот, который тебя завалил. У него этот, УЗИК. Слева, снизу. Он справа, точнее. Есть, наконец-то. Хоть один. Скотина. Все с ППХами бегают. Задали. Ну и хайна. Со спины. Это свои? Бля, граната! А! Ай, там снайпер или пулеметчик, да. Не, здесь дробовик не такой прикольный, хотя, наверное, просто обвесов нету еще нормальных. Да, надо буквально настроить его. Ну вот у меня бегает с этой. Да, блядь, нихуя тут гранаты мощные. Ой-ё. Да ты пиздишь, блядь. Как посмотреть урон, который я ему нанес? И сколько здесь примерно обычное здоровье надо считается? Хрен знает, 100, 100, 120. Что такое? Ящик у меня какой-то доступен. Патронами. А. Блять. А, это другой был. Это не наш, это ебаный свет. Справа, ой, слева, короче, от старта двое было. Блять, куда-то бросает, хуй пойми, где я нахожусь. Хуй тебе, не прыжок. Да, так, блять. Они меня задали, девочки мои. На 2х сразу. Эй. А как мне посмотреть, как сколько нужно до момента? А справа над этим у тебя есть над твоим. Блять, а, нет! Прицепили ко мне. Вот скотина. Перезаряжаю. А, блять. В смысле? А, это этот все понял. Я думал, огонь по своим включен.
Не беги, там далеко стоит чувак. Налево убегай. А, блять, они тут втроем. Это тебе за наших. А я как мужик в маске в обычной, что ли? Я же выставил этого. Не-не, ты выставил за левую сторону, за правую тоже надо. А так был? Нет. Негр должен стоять. Ну, значит, да блять, какого хуя? Надо выставить настройки, чтобы у меня еще после спринта сразу же оружие было готово для выстрела. Готов. Возмездие, подонок. О, блять, это ты. Угу. Противник нас опережает. Не теряйте времени. Здесь, сзади. А, ну готов. Где там, откуда ушел? Одного всего. Никуда я не пойду. Больше, чем один. Ай, блин, одного положил, а второго нет. Обломс. Забавненько. За спиной? Блять. Там, где эскалаторы. Середина эскалатора. Это скотина. Хотел зарезать меня, тут только что стрелять. Блять, на старте. С выхода с парковки. Заряжаю. Блин, да я не так. Бросаю гранату! Блять, одного положил, они там вдвоем слева теперь от выхода. И на выходе в кафешке. Да, я понял. А, ну тебя там же положили. Блять, я сначала думал, это наш. Не, да он тоже как-то за какой-то оказался. Ой, кошка кинули баланс. Беги. Поли. Один есть. Граната, беги! Вот они. Вот здесь. Я умер. Ждать тебя был, сейчас бегу. Блять, двоих положил, все. Один этот. Там двое. Они, сука, все одинакового ГОСТа выбрали, хуй поймешь. Того же ты убил, другой это чувак. Сзади. Блять, а. Сорян, мужик. Хорошо, хоть нет огня по своему, то я стартую. По привычке нажимаю огонь. Ой, у нас на старте. Все, минус. Сука. Со спины. Ага, я прикрываю. Что-то у меня не накопилось очков ни на один этот еще до сих пор. У меня же не сдалось. А, блять. А, сука, это ты был. Тут именно серию убить, то есть надо именно убивать и не умирая. Тогда говно. Ебать, троих положили, просто из этого вылезли. Кто-то пометил лифт, и все туда сунулись. И все там сдохли. Какой-то дятел, блин. Ты там в лифте сидел. 88-100. Да неплохо, по-моему, 88-100. Возвращайтесь на базу. Так, на дробовик надо кучность и дальность. А тогда я буду разносить. Да, я тебе могу что это поставить. Ну, еще ты не открыл их, наверное. Там кучность, дальность ты не увидишь таких параметров. Я сейчас скажу, что, какие модули следует. Ну, поставить. В принципе, смотри, 13-15, не так уж плохо. Ну, у меня такой себе. Ну, я из дробовика бегал, потому что лучше автомат.
Пропустить все нахуй. Очередь да, все нахуй. А, смотри, открывай дробовик. А... Угу. Значит, нужен дуло. Это чокбор Краун Брейкер. А у меня все закрыто. Чокбор. Стоп, у меня есть только дульный тормоз. Урон в ближнем бою, контроль отдачи. Пойдет. Нафиг. Ну, хотя бы что-нибудь то есть, да. А, смотри, потом ствол. Нужен тяжелый длинный ствол. Увеличивать данность. Да, только да. Затвор есть. Короче, увеличивать данность и почему-то количество дроби упусками. А, забавно. Не, да, все закрыто, только 4... дульный тормоз, все. Да. Больше ничего. Потом. Я ставлю эргономическое цевьё с этим. С лазер-бейт. Короче, палец лазер на прицел, и типа затвор быстрее дергает. После стрельбы. Это тупо. Ну, и сам легкий затвор. Тоже увеличивается эта частота этого. Темп стрельбы за счет этого. Ну, а на оставшиеся можно поставить, скажем, приклад какой-нибудь. Ладно, пойдет. Пока так. Проверь второго исполнителя. Теперь стоит. Странно, что он ни до этого не был. А вот теперь ты Snoop Dogg. Сервер отключен. Вы вышли из системы. Чё за хрень? Так, момент. Алло. Да-да, держится. У меня что-то все потухло и вырубилось. Ну что? Вообще. Я вылетел? Дискорд все вылетело, все хуем. А, это, скорее всего, видеодайвер. Но хуй знает. Нет, у меня как будто бы полностью сетка отключилась от компа. Такое ощущение. А-а-а. То есть пропал Дискорд, пропал... Все еще, где у нас написано. Ожидание сети, поиск обновлений. Ну, я заново запустил игру. Угу. Хрень какая-то. Поэтому мобильник опять-таки лучше. Вот хотя бы не вылетает. Так, ну все, я тут. Я в группе еще, да? Нет, нет, ты вышел. Сейчас. Все, готов. Я нажал на магазин. Магазин начал грузиться, и все. И по щелчку пальцев меня выкинуло. Ладно, попробую с калашом побегать. Хотя... В боевом пропуске дробовик, который мы с пацанами делали в детстве. Когда набиваешь в деревяшку трубу. Все первого левела? Да ну пиздёшь. Это не, инфа еще не загрузилась. Хочу сказать, блять, задроты играют на плейстойке на Xbox. Ну да. Это типа с виду кажется, что типа онлайн маленький, ну в Steam пока мне цифры небольшие, но я на консолях много играю. Ну так ты видел, как они нас, блядь, разносили? Либо помогает им помощь в прицеливании. Она самая. Либо этот, как его, подключают, знаешь, мышки, ну не мышки, а вот этот вот комплект. Ну так, якобы с ними борются, но я что-то... О, мы теперь эти хорошие. Да.
Это какого? Судя по тому мужику, цель не рогами не скажешь. О, брат Лось, мы же хорошие парни, да? Ладно, попробую с калашом в этот раз. Ханс, мы что, слатей? Ханс почесал за рогами, да? Ну, Ханс, мы что, злодеи? Мы высаживаемся, блядь, в аэропорт с автоматами. И почему все засрано? Не, мы рейнджеры. А почему все черно-белое? Нет, нормально. Не черно-белое, почему все засрато? Не знаю. Как будто бы улей какой-то взорвали. Заброшенный аэропорт. А не слева или справа? Слева. А, ой, все, я понял. Хуй тебе, бегун ебаный. По нашу... Чёрт! Выкуси. О, за машинкой справа. Да не только... Ай, справа. Волочи. Надо выполнить, когда босса на задание с гранатомётом и взяться за нормальное оружие. Блять, я громко сделаю ниже, а все равно это. Да чтоб тебя в лицо выхватил, выжил. Наверху. Ну тут нахрен нож на фоне висит. Блять, падла снайпер. Задолбал там лежать. А ты, я-то ж откуда? Патрон нету. Блять, граната справа откуда-то прилетела. А, нет, помехи. Саны очки. Сука, как это так, он меня... Ладно, а с ножа? Комплект нужно. Бать меня просто в говно разорвало. Черт. Свои. Я у них на прицеле. Они на крыше сидят, где длинные большие окна слева, справа на выходе. Да я понял. Сейчас. Вон он. А, стоп, наш. Перезаряжаю. Там наш, они справа. Вот здесь, вот здесь, где я стою? В магазине с книгами. Блять, там сзади второй был. Да блять, он слева сидит от выхода, там за синим диваном прячется. Ой, я стрим забыл включить. Все это время я нихуя не показывал со времени, когда игру запустил. Блять. Одного минус. Я еще в карте нихуя не разбираюсь. Ален, сзади. Там, вперед, сильно не беги. Подсуд, выход. Да, вижу. По мне ведут огонь! Снизу бежит. Иду. Сука, да что у него такое, блять? Чего меня разрывает на говно? А, у него этот болтер, ебаный. А, это лазган, ёпта. Какого хера я здесь оказался внизу? Это туман еще этот ебаный. Угу, да, да, это карта. А, под зомби режим сделано, как-то все понял, что дело. Или типа того. Сидит тут, блять. Сволочь наверху. Заебали тут лежать с этими этими нахуй. А, свой. Сзади, сзади, там. Правильно бежишь. Да, вот тебя. Или слева. Вон он. Блять. О, сзади! Вам, сзади сейчас у тебя выйдет с ножом. Готов. Так выглядит справедливость.
хуй тебе, блядь, ложишься. Ай да подонок, как он так быстро респавнился? Я БПЛА успел выставить. Не, он же. Чувак, который бегает с ножом и всех ебашит. У него все разрывается в говно. Перезаряжаю. Ты сволочь. Ты с нами только там сидел. Я ранен. Заряжаю. Пизда мне. Да, блять, вы заебали нахуй. Как вы так быстро сюда... Кляк. Да, тут не успеешь нахуй, двое. Ты мог бы заветы спрятать, я подошел как раз. Там чувак с КВМ, короче говоря. Падла. В книжном магазине сидит снайпер. Сменю магазин. Со стороны нашего входа. То есть он крулит самолет. Ты сволочь. Наш вертолет прикрытие. Ебать. Всем текс. Да еб твою мать, как нахуй. А он на полу лежал, а как его, блядь? Сука, Сэм так забросил ко мне, понятно. Падла ебаку. Получил. Разменялись. Я выкинул гранату, конечно, не ваншотно, но сажал ее лицом. Подонок, к трупам прикидывается, тут куча народу лежащих. Угу. Там бегают, сукины дети. Ох, ебать их там слева. Засели не выходит, да? Ага. Ладно, давай так. Блять. Да ебаный рот, почему ты пистолет не берешь, падла ушастая? Нажал же, блять, двойку, нахуй. Он опять достал мне автомат. Сука. А, получил ваншот. Крысёныш. Пизда ушатая. Да блин, этот откуда взялся? Ножом? А он сзади подошел. Да. Как он достал, а? Заряжаю. А здесь уже никого, надо назад бежать. Опять какие-то ломятся по длине. Да, видел. Блять, когда все увешаны бронежилетами, начинать игру с нуля, вон он, и на крыше есть. Минус. Они бегут продолжать преследование. Вон там есть. Есть противник. Угу. Меняю магазин. Сволочь. Целый вертолет. Ой, победа. Хуя. Эй, я походу последнего да. Это я. Стыдно, наверное, с еврейским флагом-то помереть-то в конце. Так и нате вам с кисточкой. Все нахуй закрыто. Что дает глушилка? Ну я сейчас с боеприпасами нахуй нужен, пусть глушилка будет. Ну по-разному бывает. О,
Ну, бронебойные я возьму. Дается один магазин этих усиленных боеприпасов. Капец, там волки позорны сзади стоят. Мы уже начали? Типа. А, ну? Все, вижу, вижу. Да, говорю, начали уже, вижу, вижу. Алукард, ёпта, реально, волки. В нашей команде или это нет? Ну, это все подряд пока. Пока непонятно, кто в чьей. О, распределение. Так, а кто? Не написано. Рейнджер или этот? А, заражение. Тут, короче, этот. Против зомби игроков. Надо отбиваться. Знаешь, такой режим-то? У нас сейчас будет готовое оружие. И если умирает обычный игрок, то... Превращается в зомби. Я понял. Зомби, я в Хейла помню такую хуйню. Юнит звука чата. Сейчас. Секунду. Кто станет первым зомби? Все. Блять, я клеймер поставил случайно. О! Как заблокировать этого хуя? Там тап, на него надо нажать правую кнопку заглушить. Блять, их тут дохуя. Кто-то стекло бьет. Это все игроки. Подожди-ка. Кто тут зажжен это? Он один. Кто стреляет? Сверху. Вон там они. Это свои, иду. свои. Ну, типа да, надо наверх желательно. Выживший. Плюс. А, все, одного забрали. Да. Так, и кто же зомби у нас? В смысле, не да помай. Не... О! Ладно. Там уже все убивают. О, я его взорвал клеймором! А вон они. На мину напоролся. Хуй знает, вообще рандомная мина в самом начале сыграла. С чеховское ружье, блять. Как? Ворон. Это не попадись. В плане, у них здоровье больше, чем у нас? Да, наверное, но они кидаются ножами, режут ножами и что-то еще умеют. Вот типа ты их сока не убивай, они будут возрождаться, а вот, блин. Надо, короче, к своим идти, пошли отсюда, нафиг. Сзади у меня... Фу, я успел отбиться. Да, все, теперь работает. У меня? Фу. А где ты? А, вижу. Все, он сюда уже добежал, сволочь. Я вижу только заставку. Так, а где лестница наверх? Блять. Размещаю клеймор! Так мы к своим пойдем или что? А, нихуя он залез куда? А? Спрятался. Да вот я туда же хочу, как туда залезть? В окно, через верх. Да. Блин, что я завис-то? А, сейчас вылечу, наверное. Да. У меня все зависло. У тебя тоже? Нет. Блин. Пока что нет. А, ну у меня пропали все люди. Нет. Да, что-то с сервером, что ли? Да, у меня все остановились. Я сам не завис, но... У меня так же. Он написал goodbye. Да. А, значит, у всех. У всех. Ебать ты страшилище. Чего у Лалукарда с зубами? Че, да. Вышел, наверное, это все зомби. Не захотели играть. А, что-то сирак отвалился. Так, ладно. Че раз. Так, что я могу получить бусплатно? Ничего. Не то чтобы много там. Ну там написано, что надо сделать, чтобы открыть бесплатно скин. И такие есть там. Кого-то зарезать, кого-то подставить от беда там и так далее. Понятно. Пойти сюжет, там несколько дадут. За каждую, за некоторые миссии будут давать. Теперь ты все видел. Надел.
Кошмар. Одни флаги да прайдовые символы. Вот я могу понять, ну, да, символ вот это со стрелочкой этой гордости, а остальные для чего? Их много? Остальные для остальных 52 с этих девятных отклонений. Да. Я бы сказал, психических, но... Ну, в Советском Союзе это было? Считалось? Ну, в 50-х это и в Америке считалось тоже. Психическим отклонением. Мы морские котики. Я прям себя ощущаю, прям один из них. Если присмотреться. Настоящий навесился. Да-да-да. Сегодня отличная ночь, чтобы проникнуть кому-нибудь в тыл, да? Кто это был? Фу ты, блядь. Стреляешь, пугаешь, зараза. Так, не я. Ага. Чё, кто-то там превратился. Так, надо попадем. Вот, там убивают, я пойду спрячусь. Пойдем к своим спрячемся, вон там. А чё, мы же навесился, какие порядки, ты чё? О, слева. Ну, навесу. Вот здесь он. Иду сюда. Он в здании. Вот, да, здесь. Иду. Он пошел охотиться. Вон он внизу. Иди к нему, тебя закрыт. Иду сюда. И ты один пошел против него, да? Нет. Он вон пошел, он где самое жирное. Да, там на него. Хуй тебя. Боевые бабушки, убейте исполнителей 10, которые нанесли урон. Чё? Эй? А почему у него, кстати, автомат есть? У него? Да. О, вот он. Вот. Почему у него автомат есть? Какого хуя? Я не знаю. У него был пистолет и дробовик. А, он один, потому что сейчас у вас будут ножи, метательные ножи, еще что-то. Ну что, ты зомби. Ну что, где твоя жопа? Иди сюда, покусаю. Ага. Превратится ли вампир в зомби, если его укусить за жопцу? А, черт. Получил? Да ебучие кемперы, блядь, залезли и сидят там на крыше, нахуй. А как еще с вами? Вы же зомби. Сука, я еще ни разу не это, не потерял взгляд, скотина такая. Сожру, стуко! Где ты? Блять. Сука. За одним побежал, второго этого. Заебали. Дайте укуситься. Да, они все там наверху, нахуй. Это опять сервак отвалился. Да ёбак это вот. Да? А, да. У меня бежит чувак влево без остановки и приседает. Я не могу забраться наверх. Уклон 33%. Not this again. А, это ты видишь. Давай, зомби тупой, и беги. А, я упал сквозь текстуру, вот оно в чем дело. Может, ну его нахуй, этот зомби-режим? Да, я уберу его из ротации, это бесполезная хрень. Они постоянно отваливаются. То есть эти уроды все продают, какие-то скины, блин, прочее. Но чьи материалы они не собираются. Тут много багов, глюков, не только этих серверов графических. Они до сих пор не починили скин на этот... такой прокачанный этот эскалейт. У меня есть скин, но он, это, знаешь, сделан, как будто ты на него смотришь издалека. Текстура низкого качества, колеса не крутятся и так далее. Все, я буду покупать себе потом ультрамариновский этот набор. Ну смотри, там только из-за скаута фигать можно. За джиггернаут это только этот, в смысле, марина, это надо этот, не, накопить, понял, на серию убийств джиггернаута. На истеле, это я. Сам пойдет, хорошо, сам пойдет. Четыре. Вот у Галастова. Да, сиськи, да, на френдсбэк. Одни французы. Да, я на френдсбэк. Так, кто там еще такой? Casual, секси, сват. Еще один, завались, блин. Да. Все, я их всех замутил. Да. Капец, они громкие. И причем у всех дерьмовиши эти. Да и не говори, слушай, ну.
Купили игру за 70 баксов, пожаловали, блядь, десятку на нормальный микрофон, ёпта. Они, наверное, с контроллеров играют через PlayStation 4, который, знаешь, этот встроенный звук. Я понял. Так, а мы кто? Мы волки, судя по тому, кого я вижу впереди себя. Да, мы злодеи. Ладно. Почему у волка такой охуевший вид, когда мы остановились? Ну, потому что его кому-то на голову напелили. Кто этот странный мальчик? Какой? Вертолет наш, не наш? Ой, уже стреляют. Угу. Готов. Ай, граната. Машина ломала, да. Да, ауф. О, нет. Мою толстую жопу подорвали. Ауф, не то слово. Это наш? Да. Что мы должны делать? Штаб захватывать. Мы захватываем штаб. Оцепляйте периметр. Ай, блядь, спина. Внутри кто-то есть. А, блядь, слева. Блин, а вот теперь надо удержать. Но мы умрем. Если нас, если нас убьют, мы умрем окончательно. До следующего раунда, сволочь. А, я уже все. Да, ну теперь ждать, пока восстановимся. 44 секунды, ужас. Ну, пока они не отключат. Все, не смогли. Угу. Не, нормально. То есть все это время, пока мы держали, нам очки накапливались. 23 очка. Ну, этого мало, конечно. Вот он. Я умный думал. Перезаряжаю! Подвигайтесь к нему. Новый штаб. Да, это здесь у меня, здесь убью. А, из-за спина. Да что? Из предыдущего штаба вышел. Поздновато он вышел. Готов! У него еще блядский прицел тепловизорный. Да, это не так важно. Ебать, вот мужик с двумя этими, блять, как их там, винчестерами в руках, дробовики. Блин. Да. Сука, кого-то бы в этот играет, а мид ивл или как эта хуйня называлась? Нет. Сволочи. Меняю магазин. Так, почти всех убил. Где еще один? Это там, внизу, кажется, был. Это ты? Блять. Блять, бля, 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 бля. Наверху у вас еще. Есть 16 очков всего. У них отжали. А, не точнее у нас. Там этот хуй с дробовиками опять. О, положил. Теперь это мои дробовики. Блять. Сволочи. Успел одного из этих дробовиков. А у него щит, сука. Сейчас я ему этот щит, знаешь, куда засуну? Беги быстрее, сволочь! Не повторяйся. Так, а еще он прям надо мной штаб. Блять, страшно. Так. Как мне туда попасть? Ах ты ж, сука! Меня добили сзади со спины. Блять, просто в говно. А как, почему я его не слышал? Наверное, стоит этот на звук. Нет, есть. Тапки тихие есть, да. А. Это этот хуй с дробовиками, который носится. Мы потеряли преимущество. Блять. Блин, далеко. Пиздец, успели. Надо забрать его. Да нихуя, вот. Почему он не умер? Опять, в упор. Сколько, блядь, ему здоровья надо въебашить? Надо подлечиться! Падла. Еще бы чуть-чуть. Заебали прыгать. Поймал пулю. Попрыгунчики ебаные. Блять, снайпер за машиной, где взорвалась в начале, которая. Да, да, вольнул его.
Капец, у самолетов. Пошли нафиг. Отлично. Ай, блин. Они опять где машина бегают. Пиздец. Ага. Сволочи. Пизда мне. Нет, живой. Иди за этот, отбивай. Эту. В плане. Ну блин, надо отбивать точку от этих сволочей. Чем дольше, тем лучше. А мне пиздец. Ну, пошел я отбивать. Они... А толку? Если ты не пошел туда, они бы захватили один хер. Тот же исход был бы. А так хоть бы кого-нибудь мог бы убить. Mm, ну да. Я в них стреляю, они, сука, не умирают. Что у него с лицом? Вот я у кого. Не-не, у него кого-то торчало что-то из лица. Ебать, они там втроем. Ебать, их тут. Где старый штаб? Это свой гранат уже у меня. Она обратно отскочила. Сука. И вот этого подлюка нормальный был дробовик. Блин, сверху. Готов. Получи, сука. Вот именно, получи, сука. Как нахуй? Ну, ай! Ты не один. Ох. Пизда нам тут. Да блин, сзади, сволочь. Он заспаунился тут позади меня. Как и писят мне в этой игре. Начиная с 19 года, вы, если может раньше, полом он спаун, блин, нахрен. Он может позади тебе заспаунится. А, блядь, не здесь. Пизда. Там еще один наверху был, на лестнице. Да я уже мёд. Значит, тебя умер. Вот он. Готов. А, блядь. Ну, ладно. Спина. Внизу, внизу сидит косёныш. Где внизу? Блядь. Ну, а теперь я у него в прицеле появился. Смотри, он стоит. Я всё вижу. И там потом все втроем забежали. Да откуда нахуй? Я получал урон еще до того, как люди появились. Какого хуя? Блять, он. Да ты сволочь. Да, пизда, да? Да, блять. Кто-то вам двоим. Нет, две ракеты выпустили, сволочи. Меняю магазин. А ты? А ты откуда, блин? Блять, я за спины, сука. Нихуя тут у вас убийство уже. Кто ты? Молодка. О, пизда. Четвером на нашем спавне. А он видит мой тепловой след через этот, что ли, через стену? Ну, не через стену, это просто видит. Пизда нам. Да, надо внутрь. Кассетную сбросили, падла. Умный сам. Фак, 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 фак. Дробовик сам. Скотина достался. Дробовиком? Где мой дробовик? Не, я слишком стар для этого дерьма. Ну только можешь этих мобильных и готов нагибать мобильные дрезы. Это ты скотина. Да, чё, где моя граната? Ай, бля, со спины. Ну хуя со щитом я положил, который в углу там сидел, ну.
Сволочи. Чуть-чуть нас обогнали. За тачкой, за взорванной в начале. Можно как-то на крышу залезть? Нет. Они сидят в беседке, короче, говорят, пачкой. А, блять, охраняют, падлы. Снайпер там долбанный, осторожный. Минус. Перезаряжаю. О, я 14 ранга. Кольно, сука, он лежит на земле, короче, там же с дробовиками, подонок. С двумя. И не только, он не только там, он там еще. Так, блин, они уже там и захватывают его. Ну, потому что они там лежат изначально, в подонке. Да, блять, хватит бросать, нихуя не видно. Причем свои бросают гранаты и взрывают там, нахуй. Получил, лежит в доме. Получил башку, сполч. Пожейте свинца. Мы выиграли? Пока нет, пока проигрываем почти. Не-не, в смысле штаб, да? Ну отбили, конечно, но... Меняю магазин! Скотта. Угу, в подвале. Пошел в жопу, сука. Да, блять, ебучие эти. Да, бляха, муха, чё они спавнятся прям на нас? Так вот я о том же говорю. А, ты про это имеешь в виду, что дерьмово спавн? Да. Да, да, да. Либо ты у него в прицеле появляешься, либо он у тебя в спине. Угу. Они уже в штабе. Нет, что-то свои же гранаты не подох. Ай. А, захват, захват. Еще не захватили. Блин! Волочь, зашел. Блять. Какой ебучие дробовики, быстрые, пиздец. Считай, что это был твой подарок. Противник захватил. Волчи опять захватили. Они выходят вперед, начинайте контратаку. Я под обстрелом. Блять. Не, на, мина. Все понятно тогда. Я прям жопой на мину сел. Поймал пулю, не поймал жопой мину. Здесь надо было все-таки блядский дробовик брать с собой. Получил косеныш. Слева. Еще один. Готов. Обои два. Там это, огненная хуйня. Наш? Блять, 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 да, со спины. Слева, слева. Да. Сволочь. Отдохни. Да ты ж, блин, обратно отскочила. Что ж не поет мне? Почему у меня нету ни одной ебучей гранаты, блять, сука, изнизу стрелял. Цель поражена. Сука. Меняю магазин. Семьте. Да блять. Сзади нас справа. Блин, я не так. На старте, где мы забегали, короче, они спавнятся. Да, 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 обнаружена новая цель. Идите на захват.
отомстил. Блять, еще один. Да чтоб вас. Подвали, за меня добавиками ходит. А. Блин, не успел чуть-чуть. А, сука, да, вот он сидит с дробовиками. Справа от выхода. Он уже убежал. Противнику штаба. Защищайте периметр. Ебать, они неприятные, эти дробовики, потому что быстрые. Блин, нифига не вижу. Спина. Минус один. Ой, как он задоел. Блять. Дробовиками. Еще эти гандоны, по-моему, живучи, чем. Чем мы. Таня. Штаб недоступен. Блять, свои. Спина. Да? Да. Нет. Перезарядка. Свои. Блять. Поставили турель, которая нихуя наша не работает, блять. Просто. Ну да, видел, чувак тут не побежал. Ну, пиздец какой-то. У него, конечно, на спине щит, но это же не так должно работать, ебано. Вот уже здесь. Внизу был. Надо сверху идут. Теплаки и прочая фигня. Да, блин, гранаты везде. Блять, из той спины, с этой спины нахуй. Ты скоты, блин, уже. Угу. Блять, убил и меня убили. Пак. А у них снайпер. Ебать, у него снайперка ваншотит. Доступна глушилка, заебись. Нет, у них снайпера, но меня подстрелили, все. Был. Да ебать твою мать, а, нахуй. Просто один чувак со щитом, блять, все это. Спиздил его дробовики. Угу. Ибо не охуй. Обнаружена новая цель. Идите на захват. Забыл. Сверху. Блять, справа. От своих же дробовиков помер, я так понимаю, он. Не-не-не, его дробой убил, но все равно. Сверху. Штаб выявлен. Начинайте захватываем штаб. Семь текс. Троих нахуй. Блин, метки надо, сволочи. Мне пизда. А, я умер в момент захвата, спасибо, блин. А я их из той же самой крысиной позиции, которую они нас тогда разбирали. А все что, бля? Да, не так уж и много успели. Где-то хуй, блядь, был. Да, бля. Заряжаю. Иди нахуй со своим этим. Штаб у нас, но тут пиздец. А, они сверху. Да. Надо не дать им захватить. Блин, хотя бы встать нам скоро. Блять. И захватили, все, мы проиграли.
Да хуй поймешь, откуда стреляет. Я стою на стене. А, это был сет от какого. Иван. Задание провалено. Возвращайтесь на базу. А, это был этот, как его. Огнеметная вот эта хуйня. Не огнеметная, как вроде. На земле. Ну ладно, 31 уже неплохо. Сейчас тоже выкинул засранца. Эй, бразилиан. Так, ну... Чё, надо убрать тут режим изотации, он довольно долгий. Так, что это был? Штаб? Отменить. Сейчас мы придем к тому, что будем играть в стандартную самую эту. Стенка на стенку. Ну и это тоже. Так, сейчас я подготовлю другое оружие, а то у меня, оказывается, совсем ничего нет. Так, ну я-то себе хоть что-нибудь наработал. Для модов. Четвертый левел, что-то должно быть. Да, ствол новый. Приклад и что-то еще. Скачка, так. Скорость прицеления минус. Да нет, это нормально. Оптика. А вот теперь ставим этот и компенсируем. Во, надо этот боевую ярость себе ставить для того, чтобы с дробовиком носиться. Сейчас мы в комплект 2 возьмем. У разного оружия разный прогресс, что ли, блять? Да. Но есть эти модификации, которые можно ставить на любое оружие, там какие-то рукоятки, прицелы. Типа подходят ко многим. А чё мы сбросили все настройки? Дрон Камикадзе, не добавили дрон с C4. Это этот. Хуйня с батлыжа, да? Когда ты на дрона C4 вешаешь изначально. Наверное. Можно сразу турель ставить. Да, так будет лучше. Наверное. Пойдет.
Боевая винтовка из Sidewinder. Тоже Sidewinder. Взрыватель душ. Взрыватель душ. Полицейский щит заменяет. Синокос дробовик. За место болтера типа, на. Хотя нет, это автодробовик и есть. Ну, типа получается, да. Дробовик, только там меняются пули на пулевые, типа, ну, получается болтер. Угу. Еще никогда скаут ультрамаринов не выглядел так по-пидорски, натурально. Че, купил его? Нет, чайлд порночки я еще не покупал. Ну это вообще донатная, по идее, валюта, да? Ну да. И только двух добавили, зараза, с ультрамаринов и кровавых ангелов. А что нельзя было, допустим, имперских кулаков добавить там? Саламандр. Короче, не, весь ростер. Два стандартных цвета, красный и синий. Да. Че не кровавые вороны, например? Которые любят пиздить все подряд. Че, ладно, запусти еще что-нибудь, разик, попробуем, и, наверное, спать. Сейчас что-нибудь... Ой, блять, я вылетел. Случайно нажал не туда. Сейчас попробую присоединиться. Угу. Точно, забыл, что я хотел. А у меня еще снайперки даже не открыты ни одна. Что у меня вообще есть? У меня есть пехотная винтовка. Пехотная — это что-то такое, да? Такая, да. Они типа и не снайперки, и снайперки. Ручной пулемет временно доступен, дробовик временно доступен. То есть технически у меня из оружия только калаш, да? И по идее должно оно все постепенно открываться. Да, ты поднимаешь левел, открываются эти. Ладно, попробуем пехотную винтовку. Я, у меня, по идее, этот калаш сейчас улучшенный немножечко. Отличный боец. А кстати, Snoop Dogg же был уже. Это для него еще один какой-то костюм сделали. Да, теперь уже тактический. Там был просто этот звукашно цветастый его, типа обычный. Пентактикульный. Любит его, блядь, в этой. Он же, по-моему, первый раз в Ghost появился в качестве озвучальщика, если я ничего не путаю. Да-да-да. Знаешь, на чего он сейчас похож? Был этот дебильный фильм про вампиров в Лос-Анджелесе, там еще снимался этот, по-моему, из отряда самоубийц, который стрелок. А, я не помню. Ну, этот негр, короче, который, знаешь, на вторую роль берут, если нету Уилла Смита. Вот, короче говоря, этот... Там Snoop Dogg тоже был с пулеметом в этом, в обвесах, с дробовиками, все тому подобное. И его там сделали вампиром в конце. И он там потом взрывает себя с гранатой световой, типа, как в Блейде было. А, нет, не световой, обычный, короче, у него растяжка была полностью, ну, значит, динамит, ранец взрывающийся. И он потом в самом конце вылазит из люка с канализацией, и такой, типа, почему ты выжил? West Side. Ну, такой, знаешь, бэшка нетфликсовская, которую сейчас выпускают. Ну да.
оружие Морс. И последняя настройка. Где она вообще? Хаш, по-моему, тоже с какого-то актера, кажется, взят. Хаш? Который этот черный сектор. Да, да. А фиг знает, кстати. Облик каски. Я вообще удивлен, что они добавляют обычных мужиков в этих балаклавах в качестве. Ага. Бля, Баниша, какая ты страшная. Угу. Я же говорил. Да ладно бы ей прическу хоть нормально сделали, то вот эта вот косичка гребаная с вот этим вот. Скальпель, блять. Мужик просто с этим, с сеткой на голове. Причем чисто да. Такой мужик-браток, я бы сказал. Угу. Че, готов? Да. Да, пускай. Угу. А, азиатский спецназ? Ну, типа, городской ниндзя, да. Как сделать игру эту Ghostwire Tokyo лучше? Добавь туда пушек. Ну... Не, серьезно. Она выглядит очень стильно, но когда я смотрел геймплей, видел, как это Шони играет, я такой, блядь, как же это уныло. Ну, потому что он использует там в качестве оружия чисто эти синтеистские приемчики. Печати. Ну, так добавьте главному герою хотя бы рукопашное оружие, там мечи, там, может, хоть кулаками, пусть карты покажет за этим призраком с помощью магии. Была такая игра Клон от From Software. Даже она, короче, у себя имела только в качестве веер рукопашки. Специальный магический. Ой. Так что, как бы, там уклон и именно в этот, в изгоняйте... Что без них никто не смотрел. Там же где есть эти анимешки, где какие-то синтоистские монахи изгоняют этих, они тоже там это... Как Шоново выглядит, по большей части, а не вот это вот унылое ходьба. Я видел хентай, где синтоистский монах изгонял другим способом призраков, но туда такого не добавят. Это другие игры, надо смотреть в другом разделе Стима. Угу. Ура, у меня есть... У меня есть что-то приделано на этот. А я кто? Не знаю, мне мужик мешает, монстр. Не, я вижу уже, кто это. А, мужик в золотой маске. Моя суперспособность, знаешь, какая? Деньги. Не, ну, и это тоже. Тишина. А, ты молчишь? Да. Я тут сняю, перезаряжаю, из меня попали. Он вот сюда побежал. О, сзади меня стоят. Это был Рик? Это был Игаймс на катаны. Свои. Что ты сзади? Как он достал меня? Я понятия не имею, почему карта меняется постоянно. Куда мне идти, куда мне стрелять? Вот еще был. Здесь вот он. Гребаный Че Гевара. О, здесь. Ой! Ой! Мне башку отрубили. Успели. Ну, он сам тебя успел убить, да? Угу. Запрашиваю разведку с воздуха. Капец, эта штука слабая. Сзади. Со спины, сука. Спереди тоже. Они видят. Вот сволочь, они поняли, что все старое оружие. Практически. Да, блядь, возьми ты... Почему я не могу переключиться на нормальный прицел? Иду сюда. Блядь, спина. Я это ты же никогда не... У меня чувак стреляет не через коллиматор, а через... ну, как он, боком так, по генста. Я понял. Это, короче, целись, нажми удар прикладом, он поменяет этот... А, я нажал случайно, блядь. Не, это удобно, когда ближний бой наступает. Блядь. Так, короче, надо сменить оружие, с этим я никого тут не убиваю. Но... Я не могу понять, куда бежать, где старт карты, где конец, где спаун, нахуй. Что я бегу в одну сторону, противники там. Береги,
Он там, он. Да-да-да. Сейчас я перееду. А, блядь, у меня здесь. Где я стоял? Бля, я вижу. Сволочь. Я пока что не могу понять, куда бежать, зачем бежать и все тому подобное. Немножко не это. Ну, карта небольшая, у тебя мини-карта слева сверху. Да, я бы сказал, не совсем удобно. Относительно понятно. Да хватит присаживаться, подонок. Тут этот ящер бегает. Под обстрелом. Просто там, где я ожидаю, что будут союзники, союзников нахуй нету. Твою ж, потом закончились, как не вовремя. Всех положили. А сзади. С нашего спавна. Ну, где бы был наш спаун. Угу. Что опять-таки говоришь, что где спаун? Опять меня, сволочь. Блин, дым нахуй. Меняю магазин. Блять, свой. Ты. Пиздец мне. Да. Я аж на жопе туда ехал. Тут же можно остановить подкат? Да. Да ты ж там еще один был. Так, вроде привык, надо еще получить. Я под обстрелом! Пизда мне со спины не идут. Цель поражена. Ты иди. Я здесь, где ящик у них, и положил одного или двух. Блин, нет, двойного быстрее не сделал, спешу. Ой, как я пес вас там. Перезаряжаю! Да ты сволочь. Блять. Бедолага. Став дядьку этот беспилотник. Ну, помощь. Что это за огни летающие? У меня перед глазами постоянно. Хрен знает, что не скажу. Там вот он. За машиной. Спина. Блять. Он сидел за стойкой этой секретаря. Да, я видел. Я поздно пришел. Сука. А, контрол же ложится. Да ты ж, блин, патроны кончились. Да, весь контрол. Ах ты ж, сучоныш. Куда ты вылез? А, он сидел в ящике. Блять, он прошил меня совсем случайно. Гребаная помощь в прицеливании на контроллерах. Угу. Противник вызвал дрон Комар. Плохо, сейчас ебет. Да, в укрытие надо встать. Такое ощущение, что... Блять, и он меня влетел. Такое ощущение, что ТТК здесь какой-то пиздец непонятный. На одних пушках он большой, на других... А смотри, опять же, какие пушки. На старых он больше, на новых меньше. Они старые, тут понюхили. Козлы. Что бывает по ощущениям, что... Хотя да. Вот чувак стреляет со старой М-ки. М-ка, ну М-ка еще более-менее, она тогда ебала и здесь ебет, относительно тоже. Но вот пистолет, например, этот 45-й кольт, он очень сильно ебал во второй части, а здесь вот так сильно понятно, что его больше никто в руки не бьет. Никто вообще. А тогда можно было отыгрывать Джона Уика, потому что он еще держал чуть боком и вообще... Там была куча примочек, как вот в фильме «Джон Уик». Улучшенный спуск, расширенная камера магазина, для магазина такое вставляется, чтобы быстрее перезаряжаться и так далее. Ну и также он был, держал полубоком и просто тоже наваливал. Что, все или еще одно? Ну давай еще одно. Сейчас я... По крайней мере, теперь у меня пушка хотя бы, блять, убивает.
после пары улучшений. Все, готов. Блять, надо к местному привыкать мультиплееру, потому что на том же самом даже мобильном ты знаешь, откуда ты заспавнишься, ты знаешь, откуда противники заспавнятся, и как-то, блядь, да, не да, так да. Хаосно, здесь не так... Здесь по все поломано еще 19-го, если не раньше. Ну, вроде бы еще в третьем и четвертом Black Ops было как-то относительно... Ну, это, скорее всего, сделано, чтобы тебя не зажимали на этой, на локации, на стартовой. Потому что так могут делать как раз в онлайне, когда, знаешь, две турели, как вот мы с Вантиком играли, поставили на входах, и все, и хуй ты пробьешься. А, ну, ты с нами же играл, да? Ну и вот. Да, но, блин, опять-таки, потом куда бежать, зачем бежать, хаос. Более вот так вот... Если карту не знаешь, бросить кому-нибудь кол, где кто стреляет, сложно. Да что такое, блядь? Алло? Алло? Да, я тут. А что случилось? Опять я отвалился? Ты вылетел? Ну, видать, да. Ну, у меня карта говорится, и да, тебя нет в списке. Да нет, я у тебя. Ну, у нас пятеро, тебя как будто сюда даже не загрузило. Сейчас, ладно, сейчас. Выйти из лобби группы. Покинуть бой. Так, ну, присоединяйся еще раз. Вы вышли из системы. Блядь, все, вот теперь игра вылетела. Говно. Ну и ладно. Тогда на сегодня, думаю, хватит. Ну да, ладно тогда.